Проходите, пожалуйста. Здесь свалка была здесь. Здесь вот плиты лежали, здесь какие-то дрова. Кто-то машину с битым стеклом выбросил. Нужно очистить. Тут несколько КАМАЗов вывезли. Когда мы сюда приехали на такси, водитель так посмотрел и сказал: вам, наверное, вот в этот красивый дом. И он действительно, он самый красивый во всей округе. И это дело рук одного человека. Он не столяр, не плотник, не зодчий. Он просто захотел сделать красиво. И сделал это только лобзиком, пилой и стамеской. Я на пенсии уже 11-12 лет. И вот как пошел на пенсию, вот этот домик жила моя мама. Она прожила 100 лет. И вот эти 10 лет, как я на пенсии, я находился рядом с ней. Ну и чтобы как-то чем-то себя занять, значит, мне всегда нравилась вот эта деревянная архитектура города Томска. Вот. Поэтому я поехал по городу Томску, на Татарскую, на Шишково, фотографировал вот эти вот красивые кружева, которые мне нравились. Ну и поскольку я не художник, просто переносил на бумагу, делал с них трафареты, эскизы. Вот. Затем переносил на вот эти вот деревянные досточки, ну и как-то бы получалось. Вот у меня, допустим, это вот уличный забор, это я вот, значит, в беседке делал, это, значит, вот вы видели заборчик в другом месте. У нас, значит, рядом на улице барок такой небольшой, сосновый. Ну и когда мне уже ничего дома не оставалось делать, я решил там, а я был помощником депутата, я решил через депутату, через депутатскую группу, через администрацию забрать этот участок. Вот. Но тем не менее, через 2 года я кое-как его выбил. Я собрал людей, потому что один бы я не смог бы там загородить, столбики поставить. Поставил дом там двухэтажный, значит, не двухэтажный, а на дереве, который ребятишки. Ну, что любят дети, то я и делал. Все равно делаю. Я же не такой уж краснодеревщик, правильно? Я делаю, если вблизи посмотреть, наверное, где-то тут и занозы можно заносить, и где-то, может, неровности. И перед кем-то оправдываться, что это хорошо или плохо. Я делаю, нравится кому-то, нравится, не нравится, нет. Хотя ко мне, да, обращались, а вот мы могли бы забор сделать. Я говорю, ну, нет, я не хочу, чтобы потом кому-то не понравился. Говорит, вот, что попало там. Да и как расчеты какие-то делать, а сколько это будет стоить, ну, зачем, нет.